Адвоката Роченкова возмутило отношение ФИФА к России. Адвокат Джим Олдин, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства, УАДР, Григория Роченкова, обвинил Международную федерацию футбола, ФИФА, в умалчивании проблем российских футболистов с допингом. Его слова приводит Inside the Games. «Я пришел к выводу, что многие международные спортивные организации по разным причинам отказываются проводить осмысленные расследования. Вместо этого они предпочитают умалчивать о мошенничестве России с допингом. И ФИФА среди них», — заявил Олдин. По словам адвоката, исправить ситуацию могут американские власти. «Данная ситуация никогда не улучшится, и чистые спортсмены так и не смогут быть под защитой, если только Конгресс США не примет закон об уголовном преследовании за мошенничество с допингом на международных соревнованиях. Я намерен продолжать убеждать Конгресс в необходимости данного закона», — добавил он. ФИФА 22 мая оправдала обвиненных в употреблении допинга футболистов из расширенного состава сборной России на чемпионат мира 2018 года. Федерация не нашла доказательств нарушений антидопинговых правил и закрыла дела, основанные на выводах главы независимой комиссии УАДР под руководством Ричарда Макларена. Перейти в «Мою ленту». Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.